Всем привет, друзья! Вы смотрите канал «Железное рукоделие». На днях перегорела лампочка, стал выкручивать из патрона, оторвался цоколь. По обычаю ее бы надо выбросить, но я решил сделать из нее поделку, добавив несколько элементов и немного фантазии. А что из этого выйдет, вы увидите в процессе. Для начала нам нужно вытащить из лампы элементы накаливания. Для этого возьмем наждачную бумагу помельче. И таким вот образом зашкуриваем, пока не выпадет. Элемент отрезан, достаем его. Итак, начало есть. Следующий этап у нас будет окрашивание. Берем морилку неводную. Аккуратно заливаем это внутрь. Окрашиваем. Сливаем. Чтобы закрепить цвет, воспользуемся феном. Чтобы цвет стал насыщенным, можно сделать это несколько раз. Далее берем пластиковую бутылку 0,5 литра, отрезаем дно. Сравниваем. Чтобы поверхность была устойчивая. Дальше снова берем морилку. Наливаем. Сливаем. И так она у нас должна высохнуть. Цоколь также окрашиваем морилкой. И просушиваем. Сделаем еще одну заготовку. Берем полторашку. Отрезаем донную часть. Также наливаем морилку. Окрашиваем. К сожалению, цвет становится слабым, пока стекает. Оставляем сушиться. Берем нашу заготовку. Отрезаем один лепесток.
это место трудно отрезать, можно использовать нож. Вырезаем плавник. Эффектности делаем надрезы. И так с обеих сторон. Дальше склеиваем две наши заготовки. Я использую, как обычно, клей титан. Наносим. И приклеиваем. Даем просохнуть. Берем следующие заготовки и также соединяем. Пока вот так у нас получается. Даем просохнуть. Упс. Отпало. И ждем, когда высохнет. Далее вырезаем вот такую деталь. Это у нас нижние плавники. Также делаем надрезы. С обеих сторон наносим клей. И клеим. Из этой уже вот части бутылки вырезаем вот такую деталь. Это у нас будет задний плавник. Клеим его таким образом. Отрезаем от бутылки вот такую вот часть. С рисунком, так сказать. Начинаем вырезать верхний плавник под углом. Небольшим углублением под форму лампы. Делаем небольшие надрезы. И загибаем в одну сторону, в другую сторону.
одну сторону, другую. Чтобы вот так получилось. Приклеиваем. Смотрим, чтобы было посередине. Это будет нестандартная рыбка у нас. В качестве глаз решил использовать шарики из дозаторов от бутылок водки. Есть стеклянный, есть пластмассовый. У меня пластмассовый. Здесь я использую суперклей. Вначале склеим между собой. Подождем, пока высохнет глаза. Также ждем, пока просохнет. Чтобы обозначить рот, у нас есть такие обрезки от бутылки с темными местами. Я вырезал такую вот узкую полоску, загнул ее. Ее надо будет приклеить. Такая вот замечательная рыбка у нас получилась. Надеюсь, вам понравилось это видео. Прошу оценить лайком. Также, кому интересны новые идеи, подписывайтесь на канал «Железное рукоделие». Всем удачи. Пока.